И хотелось бы сказать, наверное, о том, что налогоплательщики не удивляются, если сумма налога исчислена составляет менее 100 рублей, то налог уведомление в данном случае не формируется, и оно будет сформировано и направлено нашим налогоплательщикам, когда эта сумма превысит 100 рублей. Поэтому если объекты небольшие, если это какие-то доли в праве собственности, где-то сумма может быть менее 100 рублей, поэтому чтобы не удивлялись и были все в курсе.